Как заблокировать карту Каспи? В приложении Каспи заходим в мой банк. Каспи Голд. И снизу видим заблокировать карту. Нажимаем заблокировать карту. И выбираете здесь заблокировать карту Каспи Голд. И у вас карта блокируется. Чтобы разблокировать, снова заходите так же. И здесь будет вместо заблокировать разблокировать. Нажимаете разблокировать карту Каспи. Если вы потеряли телефон или же карту, и вы с телефона не можете заблокировать карту, то позвоните на номер 49. Как быстрым способом позвонить, тоже у меня на канале есть, я ссылку внизу оставлю в описании, как позвонить Каспи. Вот так. Вы можете заблокировать карту Каспи. Для разблокировки тоже можете позвонить Каспи банку.